Очистки от овощей, например, таких как морковь, свекла, картофель, содержат большое количество полезных веществ, витаминов и макроэлементов. Их можно использовать по аналогии с луковой шелухой. Для того, чтобы приготовить отвар, что можно сделать? Можно замочить очистки на какое-то время, для того, чтобы грязь отошла. Потом их можно промыть и отваривать в воде какое-то количество времени. Можно полчаса, можно и 2 часа. Чем больше они будут отвариваться, тем больше полезных веществ выйдет в воду. Затем, если нет противопоказаний, их можно и употреблять, и ополаскивать голову, и ополаскивать тело, и использовать в качестве удобрения огорода. Варить кожуру нужно на медленном огне.